кожному третій день триває стихія. Комунальники працюють цілодобово по змінам. Спецтехніка комунальних служб «Юштранс» та «Екосервіс» напередодні 28 лютого також працювала безперервно протягом 24 годин. Окрім основних 7 одиниць техніки, було задіяно допоміжну від будівельних фірм Южного. Суттєвою перешкодою в роботі комунальники називають безперервні снігопаду та сильний вітер, що за короткий час замітає розчищені дороги знову. Мы не могли остановить работу техники. Это прежде всего люди, которые не выходили из автомобилей. Вот они сутки проработали, потому что нельзя было 2-3 часа даже сделать паузу, поскольку бы город просто засыпало. У нас сейчас сильный ветер, и, соответственно, просто дороги пересыпает. Даже когда снег после второй половины ночи сегодня ослабился, сам факт, что дороги все равно были засыпаны. И поэтому сегодня нужно было в 4:30 уже в 5 собирались, вышел экосервис. В это же время у нас уже вышел Южтранс, это число городских дорог, потому что нужно было выпустить автобусы с автостанции. На утро состояние по городу были основные все дороги проездные. Внутри кварталка была более проблемной, но опять-таки я подчеркиваю, это работа руководителей ОСББ. Наша знімальна група пройшлась декількома дворами 4-го мікрорайону. Пересуватися внутрішньобудинковою територією виявилось нелегко. Пішохідні доріжки завалені снігом. Володимир мешкає у будинку номер 1 по вулиці Шевченка. Похід за хлібом для нього став цілою перешкодою. Як занесло, так і нічого не було, нічого не чистилося. Кому-то возмущення своє говорили? На даний момент немає, немає часу, я працюю. От прийшов. А просто вообще мимо. По городу ходили, вот как, удобно передвигаться? Нет, конечно, все заснежено, все везде лед, скользишь, видел, как люди падают, ну, получают травмы. Ми опитали южниців про стан проїзних та пішохідних доріг в місті. Після цього снігопада не були розчищені, частично, дворники розчищали, а то, що розчищає екскаватор, ой, этот, трактор. Эти дорожки не расчищены были. Только расчищали там, где дорога для машин. Удобно ходить по городу? Дорожки очищены? Ну, такое, что немножко тяжело ходить. Но мешает снег. Не очень. Местами есть не чищено. Но вот посмотрите, вот мимо дома вообще не чищено. Так? Ага. Ну. Много таких мест или все-таки больше там? Не, ну все-таки так, можно сказать, на 4. Ага. Вы с какого дома, где живете? Новобелязка. Ну у вас возле дома вышли с подъезда как? Можно было пройти? У вас расчистили? Да, прочистили. И днем где-то в обед трактор зашел, так подчистил. Ага. Так более-менее нормально. Не прочищенных много, да. Но наоборот, это очень классно. Гуляешь и каждый сугроб прыгаешь. Классно. Вот для взрослых это действительно проблема, потому что если им на работу надо спешить, это, ну, почти непроходимая дорога. А для детей, если они тепло оделись, то, пожалуйста, сугробы. Синоптики прогнозують, сильний снігопад продовжиться ввечері 2 березня. Комунальники запевняють, зі стихією боротись готові.